Итак, проблемы за сенс при повороте ключа. Срабатывает тягучий, не срабатывает стартер. Решение проблемы. Итак, решение проблемы. Купил реле, под него предохранитель. Подключил предохранитель к плюсу. Так. 87-й контакт идет к плюсу через предохранитель. 85-й правый идет к массе. Массу можно взять как от аккумулятора, так и от любой части кузова. 86-й контакт идет к существующему проводу замка зажигания, то есть к тягучему, потом старт. И 30-й идет уже, то есть проходя через реле, замыкая, и выходит 30-й к стартеру.